Здравствуйте, дорогие друзья. Поприветствую вас из остров Бали. Сейчас нахожусь в Москве, Москва-Сити. Вы знаете, какое наслаждение. Они такие красивые, такие. Здорово, сейчас я вам покажу. И цены здесь хорошие, вообще отлично. Это новости дня, хотел поделиться с вами. Здравствуйте, дорогие друзья. Здесь, в этой территории, мы строим сейчас теплицу. 10 гектаров. Посмотри, пожалуйста, сними вон. Это будет длиной с той стороны до тех деревьев. Мы не теплицу строим, а строим родину. Дорогие друзья, вот сейчас еду на эту дорогу, которую мы делали асфальт. Вы знаете, какое наслаждение, что это есть частично наше вложение. И если это сколько села по этой дороге проедет, наверное, это большое благо дело. Говорят, что сажать дерево, строить дороги, строить мосты и копать, это, скажем, этот, как скважины или там, чтобы питьевая вода была для народа, самое благое дело. Это мой сад, который суперинтенсивный сад, который мы делали. Я сейчас смотрю на эти деревья, они такие красивые стали. Вы знаете, тот момент было, правда, нелегко, когда это все делал. А сейчас смотрю на это все, это так приятно, это слова мне передавать. И знаете, первый год, как мы это сажали, это все. Но уже в эти деревья, мы собрали все, правда, я имею в виду, чтобы дерево работало на корни, корни стали побольше, мы это делали, собрали этот, яблок у них снимали, каждые 2-3 раза, как каждый раз, когда они цветели, все снимали и так далее. Чтобы этот, на яблоко это не было. Чтобы дерево на корни уж силу давал. Не на которые деревья оставили, некоторые яблоки. Они такие красивые, такие здоровые. Сейчас я вам покажу, когда выйдем обратно, покажу вам, как выглядят эти яблоки. Саламатсыз, сауз ба, хорошо мен аза. Ба, деген смартфон менен ба? Караоза. Жокпа кетсе хавал кодистен кумай, осмай эле жүргөн. Дорогие друзья, здесь это огурцы. Сажали мы огурец. Вот, слава богу, хорошо получилось. Алхамдулилла, скоро уже начнем сажать помидоры. У нас все натуральные продукты, все. И сейчас я еду в другой стране Таджикистана. Там будут, Аллах даст, еще будем строить. Я планирую хотя бы за 3 года 30 гектаров теплицы делать. Это яблоко. Год назад как сажали, смотрите, сколько. Какой красивый, да, да, что посадь. Вот, ребята, это то, что с первый год. Супер интенсивный сад. Вау, так ты мне дашь, вау, так? Вау, он действительно другой. Очень хороший. Ребята, представляете, с первого года. В этом году сажали эти яблоки. Это очень хорошо. Следующий год однозначно еще будет она лучше. Мы сейчас сетки собираем. В дальний момент собираем, чтобы зимой снег это не уронили их. Потому что зимой будет много снега, чтобы снег не уронить.
Мы собираем их, завязываем, потом весной опять откроем. Ладно, ребята, рахмат. Порой рекордшим обочем. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши слушатели, читатели. Сегодня мы уже начали котлован второго блока. Первый блок строен. Это наша школа Оксфорд, где мы планируем строить. Вот второй блок. Мы начинаем. Второй блок вот так будет стоять и присоединяться с этим блоком. Это в Таджикистане первая школа, которая Оксфорд. То есть мы планируем, чтобы Бог даст, это будет международная школа. По программе Оксфорд будем работать. И вот так. Сегодня начало. И это очень, я ожидаю от этого хорошее будущее. И веру в том, что Бог даст дети, которые будут учиться в этой школе по международной программе. Бог даст, они станут фундаментом этой страны и так далее. Потому что я не школу собираюсь строить, а я собираюсь строить историю. Бог даст, это станет одной из лестниц для нашего народа. И веру в том, что Бог даст, еще Аллах, Аллах даст, эта школа будет международной, и с разных стран мира люди приедут на учебу здесь. Один блок будет вот до туда, где вот за машинами еще дальше, и с той стороны будет хороший стадион. Сейчас покажу вам, где будут стадионы. Дорогие друзья, это центральный блок, и вот второй блок вот здесь строится. Вот так, да, это видите, вот где там белые это все бросили. Вот до туда. Это будет вот такой блок. И потом с той стороны будет блок, стадион. Закрытый стадион будет с той стороны. Красивый, хороший закрытый стадион получается. Надо, чтобы каждый человек старался заниматься то, что ему по душе, и то, что его вдохновляет. Меня вдохновляет образование. Вот такие вещи очень-очень мотивируют и вдохновляют. Я думаю, что это очень полезное дело. Я хочу оставить после себя несколько школ. Бог даст с помощью Аллаха. Но это первый из них. У меня есть план. Хотя бы минимум 10 школ строить. Это первый, второй будут в район Айни. Прямо если вы Айнинский район, где тот район, где я родился, если вы когда-нибудь за Равшане приедете, когда там стройка начинается, покажу вам. Но я вот через год хочу начинать. Это закончит, потом тот начинает. Потом следующий еще в другом месте и так далее. Поэтапно, последовательно, с помощью Аллаха. Потихонечку. Вот так. Это школа на 450 детей. Аллах даст. Вот. Пожелайте мне успехов и пожелайте нашим рабочим успехов. Дай Аллах, чтобы они смогли делать своевременно, чтобы мы могли в следующем сентябре уже детей принимать. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас нахожусь в Москве, Москва-Сити. Только что вышел из переговора с Национальным ассоциацией ОРЦ России. И сейчас мы думаем, что планируем все уже стать тоже членом этой ассоциации. И сейчас я планирую тоже, потому что мы планируем поставлять овощи, фрукты большими партнерами. Потому что вы же видите, что одни из самых лучших натуральных продукций – это овощи, фрукты в Таджикистане. Очень скоро появляется во всех полках, супермаркетах, магазинах витамины Таджикистана. Если вы видите, запомните, что это в этом мы вкладывали огромные усилия, чтобы натуральные продукции были. Здравствуйте, дорогие друзья. Поприветствую вас из острова Бали. Вот аэропорт Бали. Только прилетел. Смотрите, какая красота. Здесь очень-очень красиво. Очень необычно. Красиво так все. Видите, в каждом культуре, куда бы ни едешь, ты встречаешь обычно что-то другое, что-то неординарное, что-то красивое. Не знаю, это что за знак у них такое. Оно очень красиво. Посмотрите, как необычно все построено, да? Вот так. Наверное, это символика, что тут много цветов, много красота и фрукты и так далее. Может быть такое. Поэтому, насколько мы разные. Вообще, вот Всевышний создал нас разными, и в этом наши особенности. Поэтому мы действительно должны стараться понять друг друга и познавать друг друга. Пишите в комментариях ваше мнение. И цены здесь хорошие вообще, отлично. Нормально, очень-очень хорошо.
Павел, будь здесь, рядом, объясни мне, это сначала для влога. Я хочу, что для влога это будет. А ты тоже у тебя идет? Нормально идет? Да, идет, только тут наоборот. Хорошо. Продолжаться. Самое популярное это перепрятали вот это, кастрюлю, сковородки. Самое популярное. Я их в неделю по два раза позвоню, самое то. Хотя рядом в смоле продаются на зеленый позвонок. Печки очень хорошо идут, да? Тоже указываю. Телевизор тоже есть. Стиралки редко. Да? Вот эту модель 5 раз отвечаю. Дорогие друзья, это наш магазин, Павел Дорогой, он управляющий, наш партнер. Это еще один совместный наш бизнес, другой мой партнер, который в этом, это мы втроем партнеры, это магазины техники, всякие куча всяких мелочей, все продаем. Это наш магазин в Алма-Ате, заходите, посмотрите, называется Чипа. В, недалеко от Зеленого базара и рядом есть торговый центр, как называется Кварта? Кварта? Смол. Смол. В Тугизе мы есть тоже. Да, да, можете нас найти. Где еще они могут нам интернете найти? В Тугизе, в Инстаграме, на сайте. Да, заходите, пожалуйста, Чипа Кизет и посмотрите, вы найдете нас. Очень здесь много шикарных всяких продукций, очень, которые необходимы для семьи. Все то, что требуется, здесь есть все для дома. Сними, пожалуйста, немножко, чтобы все было видно. Это все то, что необходимо. Есть пылесосы, телефоны, телевизоры, экраны, техники. Очень все доступно ценой. И очень уютно. Посмотрите, Чипа, это означает, что очень доступно. Запомните, хорошее качество, доступная цена. Если вы хотите всегда иметь хорошую, высококачественную технику, доступная цена, идите, пожалуйста, Чипа. Спасибо. Поприветствовать с Куала-Лумпура, с Малайзии. За моей спиной, видите, вот Будда такая большая, хотя дерево там листья держит. Вот за городом есть такой китайский типа город, что ли, старый древний город. Вот видите, философия о чем говорит. Говорится, что любой плохой твой поступок, судный день, за это придется тебе ответить. Каждый вот такие оценки, это означает, что одно, что ожидает человека в будущем, к чему придет адская жизнь или райская жизнь, у каждого человека она же по-своему отражается. Видите, во всех религиях все равно говорят одно и то же. Во всех религиях говорят одно и то же, что добро заканчивается добром, зло заканчивается злом. Все к тебе возвращается. Я изучал много религий, ислам, христианство, буддизм и так далее. Все говорят о том, что будь человеком и твори добро. Как раз пришли в тот момент, когда вот заливают бетон по самым последним технологиям. Поди, 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 смотри, вот так. Наши развелся. Вот правильно. Где-то... Всегда бизнес начинается от маленького. А вот готовый бизнес не бывает. Бизнес надо вырасти, как дерево. Это самое важное понимание. За сколько лет добрались до этого? 20 лет. Это ваш бренд? Да. Или под заказом делать? Или это ваш бренд? Бренд. Ваш бренд, да? Файзен. Файзен? Да. О, шалу.
Хороший бренд. Я буду ваши телефоны взять. У меня много же спрашивают меня, ребята, друзья и так далее. Свяжусь с вами. Это хорошая вещь у вас. Дорогие друзья, история, она несказуемая вещь. Это история древней принцессы Малайзии. Сейчас я нахожусь в Куала-Лумпуре. Честное слово, даже имя забыл, эту принцессу. Хочу сказать, что люди, которые что-то сделали добро, проходят тысячелетия, их имена не умирают, насквозь в веках проходят. В истории остается и так далее. В сердцах людей, в памяти людей, что-то хорошее остается в историях народа. Поэтому каждый человек, который способен победить смерть, это один способ есть победить смерть. Это что? Много делят добро, чтобы смерть мог забрать у нас только тело, а не мог забрать нашу жизнь, не мог забрать наши добрые деяния и так далее. Поэтому от рождения до смерти у человека есть шанс стать достойным человеком, чтобы никогда не умирать. Пишите в комментариях свое мнение. Успехов вам! Удачи!